А это кто? А это кто? Вон еще идет. Этот самый. Хирург, иди сюда. Дикий, дикий. Хирург, да. У меня аж пальцы-то его так дома и лежат. Пальцы дома лежат. У него пришлось ампутировать. Тут сюда наелся, уже не хочет пить. Это нормально. Вот там шухер. Вот такие должны быть львы. Активные. Играть, бегать. Мы не должны, мы должны спать. Да, ты мой хороший. Вдвоем. Да, это стройку ловит, которую тот теряет. Не надо кусать. Да они, мне кажется, не пить хотят, а балуются. Ну, они чуть-чуть попили, да и все, у них обмен веществ сейчас какой. Никакой. А это остальное, конечно, баловство уже. Все, что ли? Потом они вон ледышки грызут. Ну, так им специально вон кидаем, чтобы, я знаю. Потерял. Специально кидаем, они же переворачиваются, не скисают. Я бы накидываю лопатами свеженького. Отдышаться не может. Кружок пробежал. Львов очень маленько по размеру сердца. А вот почему у них сердце маленькое? Потому что они не должны много бегать. Не должны. Что, она 25 метров пробежала и все, и остановилась. Добыча закрыта. Ломали все, и все. Налопались и дрыхнуть. По физиологии так положено. Вот скачками догоняет. Где вот догоняет? Пиара хорошо растет. Пиара, да, быстро растет. Скоро догоним. Она у нас ни одна львица так не росла. Ну, за исключением, конечно же, королевы. Та приехала уже. Та больше приехала. В самолете за полет выросла, да? Ой, не надо меня того кусать, не надо, не надо же он всех, да? Не надо? Зец тоже вроде растет. Ну, как-то я его каждый день вижу, не знаю. Но тоже прыгает, он два раза вырос. Прыгает по голове тяжело. Зевс. Ой, да, 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 да,